Народ, всем привет! Вы находитесь на канале Mad Geek Helper, и сегодня я расскажу вам причину, по которой могут не заряжаться ваши ТВС-наушники. То есть беспроводные наушники, тут неважно какой бренд, суть в том, что они заряжаются от кейса. И в общем, проблему надо решать. Итак, в принципе, самый частый вариант решения данной проблемы – это просто почистить контакты. Да, звучит, так сказать, не очень, но работает. То есть мы берем наушники, берем какую-нибудь ватку или тряпочку, можно даже немножко смочить, и счищаем пыль и грязь с контактов от самого наушника. Далее переходим к контактам на кейсе. Хорошо прочищаем аккуратненько, можем даже со спиртом, только все это после высушить и попробуем заряжать еще раз. Должно сработать, друзья, скажу я вам, но если вдруг все-таки не сработало, попробуйте посмотреть, конечно, еще раз контакты, но вряд ли вы с первого раза плохо их почистили. И если вдруг действительно не работает, то тут уже приходится, или точнее придется обращаться в сервисный центр, потому что, возможно, проблема в вашем кабеле, кстати, тоже есть такой вариант, особенно если у вас кабели от Samsung, либо же проблема в самом кейсе. Но проблему кейса давайте оставим на самый последний вариант. Итак, вариант номер один – почистить ваши контакты на наушнике и на кейсе. Вариант номер два – сменить кабель. И вариант номер три – посмотреть источник питания, попробуйте от разных источников питания. Ну и четвертый вариант – это уже, соответственно, брак самого кейса, ну либо уже наушника. Ну это последний вариант уж точно. Поэтому надеюсь, инструкция вам помогла после первого же пункта. Спасибо за просмотр. И лайк, подписка, колокольчик, если помогли. Если нет, ставь дизлайк. Пока!